Итак, друзья мои, мы уже дома, и сейчас ветер не мешает мне закончить рассказ о Ревельском палаче. К сожалению, при монтаже видео я обнаружила, что часть моего рассказа ветер все-таки скрыл от слушателей, и поэтому историю Ильи Реброва, который одно время являлся палачом в Ревеле, я напишу в описании под этим видео, так что, кому интересно, можете об этом прочитать. Ну и что ж, давайте закончим эту историю. Что нужно еще сказать? Что известный по тем временам аптекарь Йохан Бурхард, которого мы знаем как создателя первого в городе музея, приобрел в свою коллекцию средневековый меч ревельского палача. Это уже произошло в то время, когда ремесло палача было упразднено в ходе административной реформы 70-х годов 19-го столетия, когда магистрат сменила городская дума, а тома средневекового Любекского права отправились в архив. Так вот, он приобрел меч по цене металлолома, а пыточным орудием палача повезло еще меньше, их приобрел за бесценок старьевщик. И вот я обещала вам рассказать одно интересное предание и делаю это с удовольствием. Итак, одно из преданий рассказывает о том, как в самую темную ночь года в дверь дома палача постучали. Впустив запоздалого гостя, хозяин не поверил своим глазам. Раскачиваясь на декабрьском ветру, перед ним стоял скелет в истлевшем белом саване. В руках он сжимал волынку. Палачу показалось, что где-то он видел этого гостя раньше. И вот, собираясь с мыслями, он наконец сообразил, что перед ним главное действующее лицо полотна «Пляска смерти», которое известно всем, кто бывал на богослужении в церкви Нигулиста, мимо которой мы с вами сегодня проходили. И вот сошедший персонаж, страшный персонаж этой картины, стоял перед палачом. Палач не ошибся, смерть подтвердила его догадки. В свое время члены магистрата не заплатили создателю картины Бернарду Нотке сполна. Сказали, что, мол, дела идут неважно и лишних денег в казне нет. Тогда художник сказал, когда дела и впрямь пойдут плохо, придет к вам в город помощник. И вот настало время исполняться проклятию мастера. Минувшим днем смертность в Ревеле впервые за его историю превысила рождаемость. Значит, с управлением городом люди справятся не в силах, и теперь смерть по праву пришла перенять у них полноту власти. Конечно, выражая современным языком, палач ошалел, а смерть требовала от него только одного – ключи от ратуши. И когда тот промолвил, что передать их кому-либо может лишь член магистрата, смерть велела немедленно отправиться на пир в Большую гильдию. Кстати, Большую гильдию мы тоже с вами уже видели в старом городе. Там отцы города праздновали свое переизбрание. Когда палач пришел в Большую гильдию, то захмелевшие ратманы с большой неохотой вышли из-за стола, и самые смелые отправились вместе за палачом в камеру пыток, в которой тот предусмотрительно запер свою ночную гостью. Войдя под ее низкий свод, ратманы в ужасе схватились за голову. Призвали ратушного писаря, и тот
подтвердил, что действительно минувшим днем демографический баланс был нарушен, и смерть имеет основание требовать себе бразды правления. Стали думать гадать, кто отважится вызвать из-за праздничного стола самого бургомистра и постарается ему доходчиво сообщить о случившемся и упросить его явиться в ратушу. Никто не решился взять на себя такую деликатную миссию. Согласился было вновь идти палач, но смерть его не отпустила. Сказала, что он единственный из всех присутствующих, который вызывает у нее доверие. На радость ратманов заприметили одного из нищих, который спешил через ратушную площадь. Они окликнули его, но никакие грозные приказания, ни на щедрые обещания бедняк не отреагировал и бросил им через плечо. «Некогда мне. Сын, говорят, у меня родился, и я спешу к своей жене на чердак». Услышав эти слова, смерть пронзительно вскрикнула, извлекла из своей волынки нечеловеческий звук, метнулась к двери, да и сгинула без следа, как дурное сновидение. Потрясенные отцы города немедленно постановили пышные пиры по поводу выбора в магистрат раз и навсегда отменить.